Презентация фильма «Моя большая казахская семья» прошла в Кызылорде. Отечественная комедия режиссера Алены Ниязбековой рассказывает о семейных ценностях и взаимоотношениях между детьми и родителями. Главные роли исполнили известные актеры. Картину посмотрели и наши корреспонденты в регионе. Полные фойе и кинозалы. Так многолюдно в кинотеатре «Киноплекс» не было уже давно. Самую ожидаемую семейную комедию пришли посмотреть сотни кызылординцев. В основе картины – жизнь простой казахской семьи. У Манарбека четверо детей. Первенец женат на армянке, две старшие дочери замужем за корейцем и русским, а вот младшую дочь отец мечтает выдать за казаха. Однако ее выбор падает на африканца. Познакомьтесь, это мой жених Майкл. Hi, I'm Michael. Там юмор для всех, абсолютно добрый юмор, интернациональный. Очень хороший посыл в фильме, что любовь – это главное, и все остальные обстоятельства не имеют значения. Главных героев в картине 13. Много и скрытой философии. Тема семейных ценностей, межнациональной дружбы, любви и взаимоотношений. Вот у меня тоже есть семья, есть дети. Если в будущем я столкнусь с таким же, как в этом фильме, и моя дочка приедет с англичанином, я не буду против. Если вы видели фильм, то там особо такого комического ты ничего не можешь сделать. Это ты ведешь, просто живешь реальностью. Волнение было, получится ли то, что мы задумали. Да, можем донести это все зрителю или нет? Донести идею фильма до зрителя авторам картины, похоже, удалось. Оценить комедию теперь смогут и другие. С 23 декабря «Моя большая казахская семья» появится во всех кинотеатрах страны. Райхан Ташибаева, Айтмухаммед Байдулдаев, Кызылорда, Хабар 24.